Память Вадим Бурави, да. Эту песню тяжело петь, потому что, я же говорю, вот эти... Если имеется в виду опять тему на задание, память Вадим Бурави, то это вот я писал на боевых листках использованных новогоднюю ночь в эскадрилье, где служил Вадим. Погиб, кстати, вместе с ним и Виталька Балабанов, командир эскадрильи майор. Вот тогда еще никто не хотел умирать, поэтому такая песня. Как бы не хотел, но получилось. Вот опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей, а внизу земля в Афганистане разлеглась в квадратиках полей. А внизу земля в Афганистане разлеглась в квадратиках полей. Но не верь, спокойствие ты вечное, вот уже к тебе под облака тянутся прерывистые встречные огненные трассы ДШК. Тянутся прерывистые встречные огненные трассы ДШК. И кому судьба какая выпадет, предсказать заранее не берись. Нам не всем ракеты алый высветят право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракеты алый высветят право на посадку и на жизнь. И к чему гадания и пророчества, и о прошлом тоже не жалей. Не спастись порой от одиночества, даже в окружении друзей. Не спастись порой от одиночества, даже в окружении друзей. Но опять летим мы на задание, режет небо кромки лопастей, и опять страна Афганистания разлеглась в квадратиках полей. И опять страна Афганистания разлеглась в квадратиках полей.